Всем привет, ребята! С вами я, Стив Про, и сегодня всех вас я приветствую на обзоре очень крутого сервера Cases Craft для Майнкрафта 1.1. Почти целый год тому назад мы с вами уже делали обзор на этот самый сервер. Ну, тогда Cases Craft был довольно маленьким сервером, да и мой канал тогда тоже был довольно маленьким, но сейчас, спустя практически целый год, данный сервер очень хорошо развился, и сейчас у него появилось множество новых игроков, множество новых плюшек, а также на этом сервере полностью были обновлены все карты. В том числе, ребятки, полностью был обновлен и сам спаун, что просто замечательно. Я думаю, что мне, а также вам сейчас будет интересно зайти на сервер Cases Craft спустя почти целый год. И интересно посмотреть, что изменилось, что добавилось, а что полностью переработали, ребята. Это очень-очень крутая возможность, и я ее, конечно, не... пущу. Поэтому, ребятки, сегодня мы с вами сделаем обзор на обновленный сервер Cases Craft. Данный сервер спокойно работает на версии Майнкрафта 1.1, и работать на версии он будет также 1.1.7, то есть начиная с версии 1.1, кончая версии 1.1.7, данный сервер спокойно работает, и на этих версиях вы сможете спокойно заходить на сервер Cases Craft, ребята. Ну, я думаю, что вам также будет нетрудно скачать клон этой версии Майнкрафта, и у вас на одном телефоне будет как новая версия Майнкрафта, так и версии для того, чтобы зайти на этот очень крутой, ребята, сервер. Ну а теперь, как зайти на сервер? Все довольно просто, вы должны ввести вот этот IP casesmkp.ru, ребята. Порт сервера совершенно стандартный, 19132, вводите вот эти данные, и еще вводите, ребята, совершенно любое имя. Ну, я написал casescraftmkp.edition, я думаю, что это будет более логичное решение. Ну и, ребята, нажимаем кнопочку сохранить и сразу залетаем на этот сервер. Ну а зайдя на этот сервер, ребятки, нам необходимо зарегистрироваться. Времени здесь довольно мало, поэтому не будем его тянуть. Давайте сразу зарегистрируемся. Все довольно просто, без всяких команд. Просто вводите свой пароль в чате, отправляете еще раз, ребята, для повтора. Пароль сейчас я, ребята, замажу специально для того, чтобы вы его, ребята, не видели. Это сделано, конечно, специально. Ну и давайте, ребята, мы с вами ведем наш пароль. Так, я его сейчас ввожу по-быстренькому, чтобы меня не кикнул за АФК. Так могут ребята сделать. Так, вводим наш пароль повторно. Как и сказал, нужно ввести его повторно, ребята. Я его ввел. Все замечательно, я зарегистрировался, все, ребята, просто очень круто. И вот мы с вами уже находимся на нашем сервере. Здесь какая-то необычная атмосфера, вы просто посмотрите, здесь что-то творится с небом, оно какое-то красное. Ну, короче, ребятки, здесь что-то с небом точно не то. Но очень красиво все это выглядит, ребята. Ну и давайте мы с вами, как обычно, напишем команду help. Не знаю, почему как обычно, но просто это самая стандартная команда. Так, ребятки, пишем команду help, все замечательно. И смотрите, как много команд нам сразу выдал сервер Cases Craft. Так, первая команда — это спавн, магазин, автошахта, что довольно замечательно, PvP-арена, выход со спавна, паркур. Так, эмоции, дюб, сменить пароль, флай. Ну, флай у нас пока нету, ребята. Вернуться на место смерти, что довольно прикольно. Смена времени, рост, вылечить себя. Ну, это, наверное, нужны специальные привилегии. Режим бога, телепорт без разрешения. Тоже, ребята, нужны привилегии специальные. Бан, разбан, так, выдача любого блока себе или другу. События, так, кикнуть игрока в ванне, что есть невидимость. Написать это имени сервера, очистить чат. Ой-ой-ой, я уже пролистал. Так, выдать себе другу денег, креатив, выживание. Ну, это тоже, ребята, требует специальные привилегии. Так, очистить инвентаря, баланс, кит-старт, кит-вип, кит-премиум, телепорт к игроку, кланы, свадьбы, приват, донат, бонус, лаки-блок. Лаки-блок, все правильно. Так, уснуть. Так, вот это уже довольно необычно. Прыжок, узнать свои координаты, узнать ID предмета, который находится в руке, антибиотики. Так, личное сообщение к игроку, рандомная телепортация, изменение названия предмета, взлом админки и помощь, ребята, по командам. Так, хорошо. Что меня здесь привлекло, это, конечно, ребята, взлом админки. Давайте мы сразу с вами это и сделаем. Пишем хак. И что, блин, у вас не получилось взломать админку. Попробуйте повторить попытку после перезагрузки. Блин, обидно, ребята, но по идее, если вы довольно часто играете на этом сервере, то я думаю, что вы сможете все-таки взломать админку после перезагрузки, у вас, может быть, что-то да и получится. Так, ребята, а теперь давайте мы с вами проверим наш счет. Так, пишем Маймоны, то есть проверяем наши денежки. У нас 8000, это наш баланс, ребята. На данный момент нам дали 8000. Сам сервер, у каждого игрока при заходе будет, ребята, 8000. Там, кстати, кого-то убили. Ну такое, кого-то убили, а я это не видел. Так, ребята, что у нас там было? Там что-то было очень интересное, можно было уснуть. Давайте мы с вами на это тоже посмотрим, как можно спать на сервере. Ой, я реально уснул.
Офигеть, ребята, реально можно спать на ровном месте. Это очень необычно, ребята, вы успешно легли на грязный пол. Блин, я теперь, наверное, грязненький, ребята. Ну, такое. Так, у нас здесь виднеются, опять же, все основные команды, что просто замечательно. Да, мы их видели, здесь есть паркур, ребята. Так, и вы знаете, что я не любитель паркура. Ну, на него давайте мы с вами, ребята, заглянем. Паркур. Так, паркур. Все замечательно. Телепортируемся на паркур. О, какая здесь красота. Блин, это ночное небо, ребята, мне очень сильно нравится. Ну и давайте мы здесь попробуем хотя маленечко попаркурить, не знаю, что здесь вообще из этого получится, но здесь есть какие-то досочки, по которым паркурить реально можно, не... блин, нет, нет, я умру, блин, ребята, будьте осторожны, когда паркурите здесь, потому что здесь можно реально умереть, но я так предполагаю, что здесь, ребята, можно, наверное, получить бонус за этот паркур, и не зря вы здесь все-таки умираете. Блин, здесь стало вообще просто темно, очень темно стало, я смогу изменить время, наверное, здесь опять же требуется какая-то привилегия, да? Да, ребята, нам необходим креатив, хотя бы такая привилегия, но стало реально очень темно, особенно на паркуре. А, это у меня еще освещение, ребята, багнуло. Ну, тогда сорян, я думал, это, ну, нет, здесь так-то словато, но вот освещение у меня что-то багнуло. Так, хорошо, мы находимся теперь в шаре, а что дальше, куда? Так, а дальше нам нужно идти вот на эти досочки, что ли? Так, все замечательно, паркурим. А вот дальше, ребята, я уже не знаю, куда что, потому что... Мне непонятно, не, хотя я, наверное, понял примерно, куда нам сейчас нужно паркурить. Ну, блин, ребята, я думаю, что сейчас не то время, чтобы проходить паркур. Хотя, кто знает, мне что-то сейчас это нравится, тема, хотя я уже один раз умер. Ну, такое, так, а мы потихонечку сами, ребята, проходим. Паркур не такой сложный, и что-то я не знаю дальше, куда идти, наверное, туда, да? Я правильно же иду или нет? Так. А, блин, ребята, что-то не то, что-то мне непонятно. То ли сюда идти, то ли туда. Ну, блин, здесь, смотрите, здесь уже начинается снежный паркур. Ну, ладно, паркур не для меня, поэтому мы его сейчас, ребятки, с вами оставим. Все-таки нам нужно идти куда-то еще дальше. Но мы с вами, ребята, напишем волшебную команду спавн, которая нас вернет на спавн. Это замечательно. Все просто очень круто. И мы с вами, ребята, оказались около какого-то магазинчика, что ли. Нет, дорогой друг, огромное спасибо за то, что ты играешь наш. У нас спасибо, спасибо, пожалуйста, точнее, пожалуйста. Так, общий сундук, что у нас там есть, смотрите, есть вещи. Так, у нас замечательно, заберем элитру. Заберем лук. Я думаю, что он нам пригодится. Можно забрать все блоки, допустим, для строительства в будущем. Так, у нас кожные ботинки. Кстати, ребятки, я забыл о кидстарте. Кидстарт здесь, скорее всего, также есть. Я думаю, что здесь реально присутствует. Так, пишем кидстарт и... Вы успешно получили набор старт, ребята, замечательно, у нас получилась, собственно говоря, крашеная броня, она зачарована или нет, да, она зачарована на защиту 1, что просто замечательно, также полностью зачарованные вещи, смотрите, каменный меч на 8 урона, даже вроде алмазный меч, и то имеет меньше урона, что просто замечательно, ну, ребята, там, смотрите, кстати, батут, все развлекаются, так, здесь опять же у нас бегают игроки, ребята, очень замечательно, просто, так, давайте мы с вами поборемся за денежки-то, денежки нужны всем, так, меня не бить. Меня не... как мне залезть? Не хочу, я не хочу умереть. Я хочу подпрыгнуть. Здесь вроде вода как-то подкидывает наверх. Что-то не подкидывает. Ну, блин, ну ладно, придется да вот так. А что, нет, что ли, не получается так? Странно. А, нет, можно здесь это так сделать. То есть, смотрите, мы с вами сюда, блин, на лесенке поднимаемся. Что-то не получается мне на воде подпрыгнуть. Вроде как-то... О, получилось, вода нас подкинула. Так, все, пошли вон. Я царь горы, ребята, мне дают за эти денежки. Как видите, вы получили $20, просто замечательно. Деньги нам сейчас необходимы. Необходимо, меня скинули в самый низ. Блин, обидно. Обидно. Так, а я смогу. О, это же здесь могу драться, я кого-то стукнул. Так, ой, ай, за что? А, пошел. Нет, у меня мало хпшек, все, я отсюда хожу. Так, мне нужно покушать. Кстати, мне дали, ребята, локи-блоки. Кто-то, не знаю, откуда это вообще что получилось. Давайте мы с вами посмотрим. Все-таки я забыл, ребята, сказать вам про лаки-блоки. Да, они здесь присутствуют. Давайте посмотрим, что нам может выпасть из этих лаки-блоков. Так, мы получили с вами алмазный топор, ребята, еще зачарованный. Вот это... Сколько? 18 урона, вы серьезно? Вот эта штука. Вот сейчас я могу всех здесь поубивать, конечно, но у меня мало хпшек. Мне нужно, кстати, покушать. Здесь у нас был магазин, очень крутой, ребята, посмотрите на его оформление. Я думаю, что такой магазин встречается довольно редко, потому что делать его довольно сложновато. Так, давайте купим хотя бы печенюшки, что ли. Ну, дороговато не стоит, конечно. Ну ладно, давайте приобретем этот товар, покушаем. Так, все замечательно, нам нужно еще покушать. Так, давайте еще печенюшки. Ой, что-то я слишком много купил печенюшек. Две печенюшки слишком многовато для меня. Все замечательно. Так, ребята, ну, неплохо. Давайте мы с вами еще потратим один лаки-блок. И мы с вами получили алмазную кирку. Так, здесь это была еще автошахта, я читал. Еще, ребята, у нас получается один алмазный топор. Уже на 9 урона, но вот это просто, ребята, пушка. Топор-пушка, реально, просто 18 урона. Так, а здесь можно так-то нам сходить и на PvP-арену. Так, ребята, что у нас здесь находится? Нажмите по сундуку, чтобы создать уникальный набор. Кит-рулетка. Так, вот это я еще нигде, ребята, не видел. Просто кит-рулетка. О, смотрите.
Смотрите, челик открыл, смотрите, его скин. Так, я вижу тебя, я вижу, это ты. Так, смотрите, он получил какой-то набор, а я тоже хочу. Я тоже хочу. Да, так, давайте теперь я. Так, смотрите, Стивен крутится, смотри, Стивен крутится. Это Стив Про, откуда он бежал? Смотри, крутится Стив. Так, что нам дадут? И нам... Ох, ребята, вот это мне повезло. Вот это я понимаю, повезло так повезло. Там еще кто-то что-то открыл, что ли? Так, ой, что-то не то я одеваю. Давайте мы с вами, ребята, сразу оденем нашу бронечку. Она просто замечательная. Вы посмотрите, ребята, сразу выпало что-то годное. Не знаю, конечно, сколько удовольствия это стоит. Можно, наверное, посмотреть. Так, давайте посмотрим. Так, чтобы твой аккаунт не сломали 100%, поставь себе пароль без букв и цифр, а только по специальным значкам, например, так, и другие любые символы. Главное, не меньше 8 таких символов, чтобы ты был в полной безопасности. Да, ребята, это тоже большая подсказка, и, ребята, если у вас легкий пароль, вас могут взломать. Будьте осторожнее, потому что все-таки здесь довольно много прикольных фишек, и я думаю, что потерять свой аккаунт будет довольно неприятно. Так, хочешь быстро заработать много денег, тогда ты по адресу. Предлагаем тебе отличную работу. Грузить пшеницу в машину слева. Нифига себе, здесь есть РПшка. Так, обернись и иди за указателями на земле, которые указаны... Так, на земле указаны стрелки, куда нужно... нужно двигаться далее. Так, ты должен найти небольшую кучу пшеницы, потом будет написано, что делать дальше. Так, смотрите, стрелочки вот у нас ведут. Так, они ведут сюда, но они ведут вот туда, вот в это место. Хорошо, мы сюда с вами прибежали. И что? Так, тебе нужно взять пшеницу и отнести ее в машину. Чтобы подобрать пшеницу, просто нажми на нее, взять можно любую. Так, А я двигаться не могу. Блин, я только могу прыгать, ребят. Вот это жесть. Так, а я могу ускориться? А, нет, я могу ускориться. Так, я ускорился же? Или что? Подождите. Сдать пшеницу. О, нифига себе, мы с вами получили плюс 100 долларов, ребята. Вот это РПшка, РПшка на сервере, это очень круто. И вот такую работу я еще нигде не видел. Может быть, конечно, я уже давно не разбирался в серверах. Но, ребята, это точно необычно и очень-очень круто. Так, нам нужно опять покушать. Кстати, что-то я выбрал очень плохую еду. Давайте мы там лучше купим стейк, ребята. Так, замечательно, кстати, он дешевле, не знаю, почему печенюха такая дорогая, а стейк намного, ребята, дешевле. Все, мы сейчас с вами покушаем, покушаем, хпшечку восстановим, и можно пойти на ПВП. Так, есть еще у нас один магазин, и это что? Ух, ребята, сделать ставку, что, рулеточка? Казино? Ну, давайте тогда пойдем по-крупному, или что, сколько у меня денег? И, так, давайте посмотрим, сколько у меня денег. Money. О-о-о-о, вот это, ребята, круто. Ну и пойдем по-крупному. О, вы обыграли казино, на ваш счет зачислено 30 тысяч. Так, хорошо, ну, блин, в минус ушли. Блин, мы в минус, ребята, уходим с вами. Блин. Ну, я до этого выиграл 3 раза подряд, ребята. То есть, заходил с левого аккаунта, ставил по 1000 и 3 раза подряд просто выиграл 3000. Очень круто. Но сейчас что-то мне как-то не больно везет. Я, наверное, все-таки ушел в минус. Хотя, смотрите, я 2 раза подряд. 3 раза подряд. Нет, я 100% сейчас ушел в плюс. Это просто замечательно. Так, а вы что там делаете? Там что, ПВПшка? Так, за красной линией начинается ПВП-зона. Будьте осторожней. Хорошо, постараюсь быть осторожней. Только здесь никого нету, блин, обида. Обидка, может быть, кто-то придет все-таки? Ой, нет, Стивен, не гори. Главное, не гореть здесь, не сгореть, не умереть. Так, у нас все-таки дорогие вещи с собой, поэтому они должны остаться с нами эти вещи должны остаться. Блин, Стивен, перестань уже гореть. Давай, переставай гореть. Что там горит, ребята, что-то горит? Но к нам, к сожалению, кто-то пришел на ПВП-ху, смотрите. Так, ну что, пошлите, испытаем наш новый топорик на 18 урона. Или нет, здесь кто-то был? А, вот игрок бегает, так, опа. Опа, так, опа. Что такое? Почему я не могу убить? А, много хпшечек. Ребята, мы с вами получили деньги за убийство. Это очень круто и довольно необычно, что за убийство мы с вами теперь получаем деньги. Это в роли киллера мы как бы и с вами получили голову. Голову чайника, чайник. Не знаю, ребята, правильно ли я произнес. Вот, кстати, этот игрок. И голову его мы с вами получили. Просто замечательно. Так, основные команды мы уже видели. И, кстати, ребята, я вам забыл рассказать о донате. Он здесь очень дешевый. То есть, смотрите, донат услуги. Власть всего лишь стоит 9 рублей. VIP 20 рублей. Бессмертный 35 рублей. Этот режим вам дает, во-первых, возможность быть совершенно бессмертным. То есть вас никто, ребята, не сможет убить, если вы напишете команду good. Это очень круто и необычно. Так, премиум 50 рублей. Креатив всего лишь 90 рублей. То есть покупаете креатив, получаете возможность, во-первых, командам тайм, другим командам, и сможете бесконечно, ребята, строить в режиме выживания. Это очень круто. Хелпер 200 рублей. Админ всего лишь 450. Оператор вообще стоит всего лишь 600 рублей, ребята. Оператор 600 рублей. Опка за 600. Ну такое. Властелин 700. Но я имел в виду, ну такое, типа, очень дешево, ребята.
ребята, легенда 850, господин 1050 и спонсор 2500. Я не знаю, что дает спонсор, но я думаю, что полный доступ к серверу, ребята. Здесь так-то очень много игроков, у которых есть разные привилегии. Если вы хотите, ребята, доминировать над другими игроками, то обязательно покупайте привилегии именно на этом сервере. Вот именно все эти привилегии, ребята, вы видели сейчас на своих экранах. Я думаю, что самое выгодное, это, ребята, покупать, во-первых, оператора, либо же купить, ребята, креатив, потому что это довольно дешевато, то есть это реально очень дешево. 90 рублей за креатив, еще за опку всего лишь 600, так это вообще очень, ребята, очень просто, реально очень дешево. Так, давайте еще поизучаем маленечко сервер. Так, батут. Помощь по установке батута. Так, чтобы установить свой собственный батут, тебе нужно только купить в магазине. Нет, я не хочу, я хочу попрыгать. Можно попрыгать? Так, о! Так, я могу запрыгнуть наверх, да, я этого и хочу сделать. Так, давайте покушаем. Так. Итак, на ваш счет было зачислено 85 долларов за игру на нашем сервере, ребятки. Очень классно, то есть вы играете и еще получаете деньги. Это просто что-то необычное, я думаю, что такое вы видите, ребята, впервые. То есть вы играете и вам еще дают деньги за то, что вы просто играете. То есть можно играть и получать деньги. Но главное, ребятки, не вставайте ни в коем случае на ФК, потому что вас, во-первых, за это кикнуть и могут кикнуть. Во-вторых, я думаю, что это нечестно по отношению к серверу. И я, если бы это я увидел бы лично сам, я бы, наверное, ребята, за это даже дал бы бан, потому что это реально нечестно. И, кстати, к нам здесь кто-то хочет подпрыгнуть. Так, я тоже хочу еще раз туда запрыгнуть. Давайте попробуем. Наверное, это не так уж просто. Так, давайте. Попытка. Опа. Нет, ну это простовато довольно. Не знаю, почему чел не мог запрыгнуть, но он... Он перелетел. Или куда он улетел? Что-то я не понял. О, там, кстати, сверху корабль какой-то большой. Это вообще просто что-то из чего-то. Этот сервер нужно все еще изучать и изучать и изучать. Так, бесплатный донат. Бесплатный донат? Так, вы испытали свой шанс, но вам не выпала случайная привилегия. Ну, блин. Ну, конечно, с первого раза вам ничего, ребята, не выпадет. Нужно играть, играть, играть. Так, бесплатный эффект. О, ну, блин, ну, тошнота, ну, блин, я не хотел. Так, чтобы сейчас получить шанс на случайный эффект, повторить попытку после рестарта. Хорошо. Так, починка, для починки нужно 5 железа. Так, вот на это нужно, ребятки, указать на эту ошибку создателям этого сервера, обязательно. Так, зачарование, для зачара нужно 5 алмазиков. Ну, у меня алмазиков, ребята, нет, у меня есть только бабосики. Так, это что такое бесплатная вещь, ну-ка. Так, где открытие подарка от администрации. Вы успешно получили случайные предметы. И это что? Что это? А, блин, я что-то не понял. Арбузики? О, ребят, я получил арбузики. Ну, можно их сломать и получить много еды. Ну, тоже такая халява, так-то по идее. Но первый раз, ребятки, я получил 16 золотых яблок. Кстати, темная вода. Ну, блин, довольно необычно выглядит и напоминает чем-то нефть. Не знаю, ну, это лично, ребята, мои сравнения. Так, здесь у нас, собственно говоря, машина, в которой мы с вами грузили до этого пшеницу, что довольно необычно. И здесь, ребятки, была команда, которая нам позволяет выйти со спавна, то есть выйти к месту, где мы можем начать свое выживание. Так. А за красной линией вас могут убить, будьте осторожны, отходите далеко от спавна. То есть нам нужно, наоборот, отходить далеко от спавна, что довольно круто. Не знаю, почему круто, но просто, ребята, вам рекомендуют уйти подальше от спавна, чтобы вас... то есть вам говорят, отойдите от спавна, чтобы вас убили. Нет, ну, скорее всего, там имели в виду, чтобы начать выживание, отойдите подальше от спавна, ребята, вот. Ну, смотрите, здесь очень много домиков, смотрите, реально, здесь просто на каждом шагу разные домики стоят, и я думаю, что застроиться здесь уже просто невозможно. Кстати, ребята, когда я здесь бродил, я нашел здесь одну халяву, здесь был один незаприваченный домик, если я не ошибаюсь, а может быть, мне и показалось. Но где-то здесь был незаприваченный домик. Может быть, его уже заприватили или закрыли. Но, короче говоря, в нем были вещи. И я его сейчас хочу найти. Он реально был, ребята. Я в него спустился, а там бац, и там вещи. Там сундук, там алмазики всякие были, реально. Вот такой домик здесь был на сервере. Не знаю, может быть, это бонус администрации. Типа, исследуйте сервера и находите всякие дома. Не знаю, может быть, это реально бонус. Но, ребята, реально был незаприваченный дом, в котором был открыт сундук. Я просто этому удивился. Не знаю, где он сейчас находится. Но это был какой-то спуск вниз, ребята. И я этому сильно удивился. Ну да, здесь приват. Ну ладно, ребята, у нас еще есть волшебная команда, которая нас позволяет телепортнуть в рандомное место. Но мы с вами сделаем немножечко по-другому. Мы с вами напишем команду спавн, которую мы с вами уже писали. И здесь на спавне есть телепорт, который нас как раз-то телепортирует в рандомное место. Вот, ребята, этот телепорт, который сейчас я хочу зайти. Так, давайте побежим. Давай, Стивен, беги уже быстрей. Чё ты, как в Сан-Андреас-то выносливость не качаешь? Так, случайная телепортация. Зайдите в портал для телепортации. Хорошо. Я вообще изначально думал, что это портал в ад. Но ада здесь, ребятки, к сожалению, нету. И я думаю, что он здесь и не нужен. Нафиг он здесь нужен, потому что отбагается его делать довольно сложновато. Да его и сделать вообще не сложно. Ну, не то, что не сложно, невозможно, потому что он, ребята, весь забагован. Ну ладно, заходим в портал и нас...
и вправду телепортнуло ребята в рандомное место. Так, хорошо, вы телепортировались в рандомное место, наши координаты написаны, и мы с вами, ребята, телепортировались в зимний биом. Здесь уже есть домики, то здесь уже люди были. И там есть что-то необычное. Ну ладно, давайте посмотрим, насколько далеко можно уйти, чтобы здесь где-нибудь построить свой домик. Не знаю, конечно, здесь есть ли приват. Я думаю, что здесь, ребятки, привата уже нет, и здесь можно спокойно строить свой домик. Так, прыгаем, прыгаем. Ребята, ну а на этом сервере вы можете меня найти под вот таким ником, где вот SteveProSeventy3.ru, ребята. То есть вот под таким ником я играю на этом сервере. Здесь не требуется лицензия, то есть здесь, ребята, чисто пиратка, и вы можете спокойно выживать, ну, играть, добывать деньги, добывать вещи. Ну, короче, ребятки, можете веселиться по полному. Так, давайте посмотрим. О, блин, уйди, уйди, уйди. Здесь нету привата. Ай, нет, я не хочу умереть. Так, так, давайте. Все, все, это погоня. Это точно смерть. Смерть. Все, погоня, погоня за челиком. Так, давай, давай, иди сюда, иди сюда. Что там у тебя за эффекты? Все, 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 все. Под спидами это был, бегал просто быстро. Так, ну давайте посмотрим, ребятки, здесь есть ли приват или нет. Нет, привата здесь нет, все. Только что-то не дропается нам снег, но, может быть, так и должно быть. Или у меня просто инвентарь забитый. Так, ну давайте попробуем, ребята, что-нибудь построить. Можно здесь что-то построить или нет. Мне сейчас очень это интересно. Кстати, заметили, зачарованный дуб. Ну такое. Так, ладно, давайте... Чего? А почему я не могу строить? А, могу, ребята, это у меня просто интернет лагает, сорян. Ну бывает такое, вы знаете, наверное, такую штуку, что иногда такое, ребята, бывает. Так, хорошо, ладно, у нас сейчас строится, по идее. А может быть, это не из интернета, может быть, из-за того, что здесь снег, как бы снег убирается, и потом блок только ставится. Кстати, такая тема тоже может быть. Ну и давайте, ребятки, здесь я сделаю, не пасхалочку, конечно, но... Чисто так, это для новичков. Я здесь, ребятки, сейчас размещу сундучок, в котором будут вещи. Так, делаем верстак, ребята. Вот таким образом. Крафты здесь работают, что просто очень круто. Так, голову мы сейчас с вами тоже разместим. Так, ставим вот сюда верстачок. Берем нашу голову. Кстати, верстак не поставился, потому что здесь опять был снег. Так, голову. Вот, голова у нас того челика. Так, размещаем сундучок. Так, ломаем. Блин, зачем голову поставил? Это что было? Кто ломал? Не понял. Что это было? Наверное, мне показалось. Ну ладно. Так, забираем голову, потому что она мне мешает. Мешает мне поставить сундучок. Так, выкидываем что-нибудь лишнее. Допустим, вот эту броню. И, ребята, крафтим два сундучка. Не, можно и один, конечно, скрафтить. Не знаю, почему я захотел два. Все, замечательно. Размещаем сундук. Ой. Ах ты ж, блин, опять меня нашел. Уйди. Уйди уже, пожалуйста. Уйди. Все. Давай. Давай, уходи, 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 все, отошел, отошел от меня, я строюсь, я достраиваюсь, все, не мешай мне, пожалуйста. Так, давайте положим вещи, ребят, реально, для новичков это будет просто топ. Кстати, у нас еще одна голова. Так, элитры положим мне голову, я заберу, я ее поставлю как трофей. Ну вот это, ребята, топорик я никому не хочу давать, потому что это очень читерская вещь, и я думаю, что если вы ее получите, вы будете просто реально непобедимы, но это очень круто, вот так мы все с вами сделаем, и здесь мы с вами разместим головы. Ну я думаю, что новичок здесь побежит и обязательно проверит этот сундучок. Ну-ка отошел, все, пошел, давай отсюда, ну-ка, сваливай. Опа, о, еще одна голова, ребята, просто замечательно. Очень круто, и мы с вами опять за это получаем деньги. То есть я уже накопил с помощью этого челика, ребята, $600. Ну, это просто замечательно. Так, и, ребятки, еще раз хотел сказать, если на этом сервере вы найдете какие-то баги, то обязательно пишите, во-первых, администрации, пишите в их группе ВК, потому что багаюз это, ребята, всегда бан. То есть баги юзать просто так нельзя. Если вас спалят за этим, то вам, по идее, могут спокойно дать бан. Если я был бы администратором этого сервера, за багаюз я точно, ребята, давал бы бан. Ну, а на этом, ребятки, наше видео подходит к концу. Если этот сервер вам понравился и вы хотите зайти на CasesCraft, ребята, то обязательно переходите в описание. В описании под данным роликом вы сможете найти IP, порт, а также имя этого сервера. Еще, ребята, в описании под данным роликом будет ссылочка на донат, где вы сможете приобрести совершенно любую привилегию. То есть можете приобрести как флайт, так и админа, так и креатив, так и, конечно, опочку, ребята. Это очень низкие цены, и пока эти цены не повысились, я думаю, что они не повысятся, то, ребята, успевайте приобрести такие довольно дешевые привилегии. Представьте себе, флай всего лишь за 9 рублей, креатив за 90, это реально очень-очень дешево. Еще, ребятки, в описании под данным роликом вы найдете ссылочку на группу данного сервера. Ну, а на этом все. Всем пока-пока.